Всем привет, с вами Чинофей. И сегодня мы будем играть в игру под названием Майнкрафт. Прошу встать под гимн-шахтера. Сегодня мы будем играть в такую Майнкрафт, я вам потом скину ссылку, называется Майнкрафт.ру. Я в аду, это я в сетевой. Теперь я хочу глянуть здесь, что у нас есть. Ничего. А, не падает. Доска упала. Здесь упала доска. А, вот, упала доска, и теперь мне надо найти дерево. Я хочу себе найти дерево. Почему-то здесь можно дерево порубить, а там нельзя. Ну вот, видите, здесь можно дерево порубить. А там вот дерево порубить нельзя. Там дерево порубить нельзя. Но я не знаю, почему нельзя там порубить дерево, а здесь можно. Ну, вот такие вот. Вот такие вот пироги. Нельзя пойти. Вот. Поэтому я не знаю, почему здесь не разрешается этого делать. Почему здесь не даются... Почему здесь за контрольные всегда зоны, всегда? Везде вот за контрольные зоны почти везде. Ну ладно, телепортируемся в обычный мир. У меня еды мало, здоровья мало. И мы очутились в каком-то... Блин. Блин, я заперт. Вся. Ну может, ломается? Нет. Откройте меня, зря я зашел. Блин. Мне надо теперь другой. Ну ладно. Подключимся к другому серверу. Мы создадим, ладно, мир. Выживание. Просто выживание. Новый мир. Создайте новый мир. Мы создаем новый мир. И где мы очутимся, я не знаю. Угу. Мы очутились зимой. Видите, у меня есть карта еще. Ладно, давайте порубим деревце, я так думаю, что надо порубить дерево. Мы должны нарубить дров. Это какой-то другой Майнкрафт. Ну, я скину потом вам ссылку, кто хочет, на Minecraft.ru. Это просто набирайте Minecraft.ru. По-английски набрать надо Minecraft.ru. И там зарегистрироваться вам, что надо, это только зарегистрироваться и... Как бы. Ну и все. Зарегистрироваться. Да и все. Это все, что вам надо. Зарегистрироваться-то и все. Это все, что вам надо, потому что. Сейчас, секунду. Это что? Ну ладно. Дон. Ладно. Давайте поставим верстак. И сделаем мы меч. Мне надо меч сделать. И мне надо сделать кирку деревянную. Пора в шахту. И деревянный топор. Сейчас, секундочку. Деревянный топорик мне надо сделать. Так вот. Ну ладно. Вот пойду убью, чтобы сделать броню себе. Пойду убью коров, чтобы себе сделать броню. Так, только она мне две дала, да? Это я еще здесь видел коров. Коровки! Вы где, коровки? А вот она, корова. Еще одна. Давай ты. Опа. Привет, коровка. Привет. О, дала мне. О, еще мясо. Ой, мясо. У меня воздух заканчивается. Ну ладно, пойдемте. Так. Я хочу... Вон она, еще одна карта. Вон еще. Ладно, сделаем себе ботиночки. Ботиночки сделаем себе кожаные. Кожаные ботики. Кожаные бочки сделаем. О, красава. Красава я. Ладно, пошлите дальше рубить мясо.
мясо, мясо, мясо. Мясо! О, прикольно, мяско. Броню я сделал. Так. Я думаю, что я расположусь где-нибудь в горе. Так думаю. Да, потому что сейчас место самое хорошее, сейчас, как говорят. Сейчас все места, сейчас они почти все дома делают сейчас в горах. Понял, сейчас почти все делают это в горах. Ладно. Опа, опа. Сейчас я как помню, все, кто мне говорил... Ну, никто мне говорил, а кто... Вот, именно... С кем я знаком, и у кого я смотрел видео некоторые, то все вот домики делали в горах. Дома все делали в горах. Как я вот помню, все дома сделали они в горах. У меня 6 ботики можно сделать. Теперь можно нам сделать... Я думаю, мы построим, да, в горе. Ставим. Я сделаю сейчас лопату деревянную. Сарайка. Кожа я сделаю. Штаньки не хватает. Но зато на кожаный шлем хватает. Уху. Да. Ура, на кожаный шлем хотя бы хватает. А сколько у меня дерева? 11. Нормально. Я думаю, да, мы сделаем в горе. И главное, что вход у нас... Наверное. Вон, где кабель. Пошлите, сделаем дом, где кабель. Как раз и по дороге мы возьмем... А можно срубить дерево еще? Ну, давайте срубим еще одно деревце. Я не против на срубление деревца. Нарубим дров как раз. Так, мы рубим дерево. У меня все, что нам надо, есть уже. Кожа. Возьмем-ка меч. Там это. Там джунгли. Вот. А здесь мы сделаем домик нам наш. Будет на... из дома. Расчистим. Так. Так. Раз, два, три, четыре. Так вот. И мы должны срубить здесь. Вот я как помню, да, все делали в горах дома. Ну, они были такими. Не очень-то... хорошими. Вход в пещеру наш дом. Вход в пещеру. Вот такие вот пироги у нас были. Это раньше, помню, я строил дома. Мне нравилось строить дома, не в пещерах. Да, это было хорошо, классно. Но как я передумал потом. Я потом передумал и сделал дом. Пещере. Думал, классно дом. Да, там можно построить всякое. В доме не в каменном. Можно построить не всякое. Там вот. Ну, это ничего. И мы там сделаем вот так вот закрыли. И вот так мы сделаем верстак. О, печку. Мы сделаем печь. Мне нужна печь. И мы сделаем каменную кирку. Каменную кирку. Представь себе. Теперь у нас есть каменная кирка. Обновочка какая. И у нас нет угля. Это жалко, да. Каменная лопата у нас зато есть. И у нас есть каменный... Зато у нас есть еще каменный топор. Каменная лопата... Так, так. И каменный топор. И каменный топор мы сделаем. Так, так. Каменный топор. И мы сделаем каменный меч. Каменный зато. Ладно, давайте. Каменная кирка и каменный меч мне еще понадобится. Зомби там нету? А, нет, зато уголь есть. То уголь есть, а то уголь, зомби, уголь, зомби, уголь. Ну ладно, уголь. Надо для начала глянуть, там ничего такого нету.
Зомбиков что-то нет. Ну, здесь будет у меня еще одна пещерка. Палки, два угля. Это хорошо, что я поставил. Забираемся. Может, здесь еще один домик сделаю. Может, еще одну квартирку сделаю здесь. Ой, там же надо заставить. Да, точно. Точно, точно, точно. Тоже надо заставить, но... Зомби не проломились. А что, если зомби пойдут? И если зомби пойдут, то они просто проломятся через нашу границу, и поэтому я очень волнуюсь. Еда отбавилась. Это плохо. Очень плохо, что еда отбавилась. Потому что я не люблю, когда еда отбавляется. Этот мир прикольный, конечно. Скарт. Откуда? Я ничего не нажимаю, а она перемещается. Наверное, на лаге просто. Ну ладно, дайте дальше убить киркой. Деревянный. Видите, раньше, знаете, как... Деревянный, знаете, как выглядела кирка? Там она была немножко вот покраёстой, да, вот на картинке, там она была какая и сейчас вот такая же, да, вот, а на картинке она была по-другому выглядела, да, да, а теперь она стала вот, видите, какой, главное, чтобы я спаун здесь сейчас не нашел, что будет худо дело, худо, да, братва, мне очень-то не нравится, когда я нахожу спауны где-нибудь, и в какой-нибудь месте. Там у меня плохо иногда случается. А вдруг можно здесь пожарить уголь? Давайте попробуем здесь пожарить уголь. Может, получится у нас пожарить здесь уголь? Давайте посмотрим. Или это только мод есть такой на пожарку угля? Попробуем уголь пожарить. Нельзя ли уголь пожарить? Нет, уголь здесь нельзя пожарить, к сожалению. Уже начинает темнеть, а мы только здесь разобрались. Нормально. Дерево, дерево, камень. Так, пожарим. Пожалуй, пожарим мы сырую говядину. Говяжье мясо у нас будет. И вот здесь надо будет заставить... Вот здесь вот нам будет заставить здесь. Вот так вот. И нам надо будет вот так вот сделать. И здесь у нас будет стоять факел. Факел у нас будет стоять здесь. Но потом я эту комнату, конечно же, расширю. Уже наступает ночь. Хорошо, что я выбрал здесь. И это хорошо, что я выбрал здесь еще. Вот два только. Ну, ладно. Поиграем. Ну, ладно. Спасибо всем, что смотрели мое видео. До свидания. До новых встреч.